Я думаю, что на сегодняшний день EasyRig – это единственная система, единственная уникальная система, которая позволяет камерамену-оператору снять вес с плеча и распределить его с тем, чтобы легче переносить тягости и невзгоды, выпавшие на долю тех, кто собирается снимать с рук. Конечно же, эта система не позволяет вам быстро передвигаться, но есть еще приспособление, которое вы можете приотачить к EasyRig, и тогда она позволит вам двигаться, ходить, может быть, даже бегать. И уж точно вы можете, например, на Segway передвигаться с ней, как со стедикамом. Вот. В общем, она дает массу возможностей для распределения веса тяжелых камер, в том числе и Alexa, тяжелой оптикой, могу вам сказать по собственному опыту.